Здравствуйте, меня зовут Жирова Кристина. Сегодня Общероссийский день библиотек. Я хочу поздравить всех сотрудников централизованной системы библиотек города Курска с этим замечательным праздником. Желаю вам, чтобы библиотеку всегда посещали новые читатели, а полки заполнили новые книги. Пусть библиотека будет тем местом, где всегда интересно и увлекательно, куда хочется возвращаться. Общероссийский день библиотек – это праздник не только библиотекарей, учителей, книговедов, но и всех, кто любит книги.